Здравствуйте, друзья! Дмитрий Балковский, goldenfront.ru. С рассказами о монетках сегодня расскажу вам о серебряных монетах чеканки Пердского монетного двора. Сначала флагманский кенгуру, серебряный кенгуру, символ Австралии и символ Пердского монетного двора также. Чеканится с 2016 года, на лицевой стороне кенгурушечка. Монета очень хорошо защищена от подделок. Вот эти вот серебряные лучики и сложный рельеф, дополнительная гарантия подлинности. Монета очень высокой пробы для серебра, 4 девятки. Весит, как обычно, 31,1 грамма, но опять же чуть больше, 31,3, 31,4 даже бывает. Очень удобно для сберегателей и инвесторов монеты серебряные Пердского двора, упакованы в такие тубы. Вот посмотрите, в них помещается 20 монеток. Вторую монетку того же двора, которую я хотел вам показать, это австралийский воронковый паук, очень ядовитый. Австралия вообще славится различными ядовитыми опасными животными, акулами, медузами и пауками. Три девяточки в этой монете, тоже стандарт, все то же самое. 31,1 грамма серебра, по крайней мере. С другой стороны, Елизавета Георгиевна Виндзор, королева всей Австралии. Если вы хотите узнать о монетках побольше и даже подержать некоторые из них в руках, и даже узнать, как их проверить на подлинность, приходите на наши семинары. Мы их проводим регулярно. Вся информация, все подробности на goldenfront.ru.